подольских курсантов еще не готов, но даже на этом этапе видно, зона отдыха будет уютной и современной. Деревья, которые здесь росли десятилетиями, никуда не делись, а вот кусты, которые давно уже надо было ликвидировать, все-таки убрали. Меняют асфальт, вместо тропок прокладывают новые дорожки. Трава тоже будет новой, ее специально посеют после завершения строительных работ. По срокам мы уложимся, поскольку весь предыдущий показывает, что в городском округе Саранск в рамках формирования комфортной городской среды всегда все сроки выдерживались. Как мы видим, за моей спиной идут земляные работы, плюс масштабная подготовка к асфальту там, где еще не уложили его. Кроме того, скейт-площадка готовится к устройству. И с правой стороны от меня можем посмотреть детская площадка, которая уже установлена, но это как бы практика сложилась уже у нас не первый год. Детские площадки оперативнее всего устанавливаются, они уже как бы готовы практически, приезжают, собрали, все. Сразу виден результат. В сквере подольских курсантов будет несколько уникальных для Саранска объектов. Во-первых, скейт-площадка. Она небольшая по размерам, но сделана по всем спортивным правилам и залита бетоном. Необычные круглые скамейки под навесом и экономичные светодиодные светильники. Таких пока нигде нет. В отличие от наших классических ламп, которые все вот это в Петербурге 19 века, то здесь уже как бы они вот так вот. Красиво смотрится. Ну и сам по себе идея по-современному. Мы в Москву когда ездили на съезд по комфортной городской среде, там такие вот более популярны в целом, как бы, будучи за ними, судя по всему, потому что энергосбережение идет по полной. Вот, я как бы поддерживаю. Плюс они, видите, по высоте повыше, чем наши обычные светильники, так что у них территория, которую будут освещать, побольше. Все работы закончатся в начале сентября, как и было заявлено по контракту. Местных жителей интересует вопрос, можно ли здесь будет гулять с собаками. Чиновники отвечают, что прямого запрета нет, но чисто по-человечески нужно помнить, что следы жизнедеятельности питомцев хозяева должны убирать. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости.